Добрый день или доброе утро, дорогие друзья. Я вот при таком лете не прекращаю работать, даже когда жара. Сейчас я смотрю, солнышко немножко спряталось. Можно быстренько сделать такой обзорный момент, что самое главное сейчас надо делать на наших садах и огородах. Помните, какой был газон? Мы использовали гербицид системного действия, который убивает только сорняки, линтур. И вот вы видите, газон чистый. Сорняки исчезли, сгорели, а мы с вами видим газон. Но за газоном надо сейчас и последить. Я вот так предлагаю два таких типа подкормки по газону. Ну вот первое, это можно сделать классическая подкормочка. Удобрение Биопон, и его вот так вот жменьку берешь и рассыпаешь где-то на квадратный метр, ну, 30 грамм. Делается за 2 дня до того, как мы будем косить. Потом проходишь такими ежиками, как бы взрыхляется земля, то есть взрыхление дает дыхание, удобрение попадает в те поры, которые мы взрыхляем, и потом поливаешь. Ну, это обычно на вечер лучше делать. Косить надо будет газон только тогда, когда травка достигнет 10-12 сантиметров. И, естественно, я использую для подкормки внекорневой. Беру биоглобинчик, 1 чайная ложка биоглобина на 5-7 литров воды, не больше. И беру биологический комплекс. То есть тут азот, фиксирующие бактерии, фосфор мобилизующий и прилипатель. То есть из воздуха будет тянуть азот, бактерии будут подкармливать вот эту травку. Как вы видите, действительно, азот фиксирующие бактерии, посмотрите, как хорошо эту травушку, муравушку подкармливает. Мы опрыскиваем на ночь. Ну, чтобы лучше травка как бы была более упругая, можно добавлять аминокислоты с кальцием. Технокель аминокальций – препарат для предотвращения и устранения дефицита кальция. Обеспечивает прочность клеточных мембран, улучшая структуру плода. Препарат содержит аминокислоты для стимуляции роста растений и помощи в восстановлении после стресса. С газоном всегда соседствуют розы. Ну, розы, вы видите, сейчас и тля заводится. Тлю мы уничтожаем очень просто. Берем пакетик Актары и растворяем его, ну, не в 5-10 литров воды, как обычно люди читают с инструкции, а в 2-3 литра воды, потому что для тли надо более подсластить, побольше концентрацию. И опрыскиваем, тлю мы уничтожаем. Теперь нам надо убрать у розы вот это шиповник. Шиповничек надо вырезать. Я покажу, как это делать. Роза, если большие морозы, допустим, минус 30, 32, 35, идет подмерзание розы. А именно шиповник, он с весны более сильнее начинает от корней отрастать. Вот я как раз показываю пример, что вот идет побег как раз над землей. Как раз тот пример, когда, видите, корневая поросль уже пропустили, и она уже превратилась в такие побеги. Вот я ее должен отрезать, как вот здесь. Вот здесь вся корневая поросль должна была отрезаться. Но, к сожалению, вовремя эту поросль никто не отрезал, и куст розы одичал и превратился в интересный, ну, это какой-то интересный сорт шиповника импортный. Вот для чего сейчас очень важно не прозевать и вырезать все побеги шиповника, чтобы вот такое чудо не произошло. Роза куда-то исчезла, а появился такой интересный дикий красавец. Значит, вот здесь у нас группа яблоньки, мы видим, там грушки, яблоньки, полукарлики, которые уже начинают плодоношение вступать, и розы. Значит, розу срочно мы, например, от мучнистой росы обрабатываем препаратом Топаз или Кумир, а подкормочку розы произведем Кемирой Люкс. Например, берем Кемиру Люкс, растворяем на 10 литров воды и добавляем в это же ведерко биокомплекс бактерий. Поливаем
бактерии кемиру из расчета 3-4 литра воды на кустик один раз, ну, хотя бы в 10-12 дней. Тогда роза начнет активно расти. Ну, что сейчас с деревьями происходит? Вы видите, уже пошли листоверточки, щитовочки, листья закручиваются, пошли болезни. Для борьбы с грибковыми болезнями плодовых и овощных культур используем фунгициды Строби или Кумир. Препарат Кумир и Строби у нас работает. Ну, чтобы уменьшить нагрузку солнечных ожогов на листья, можно добавлять тикамин кальций. Ну, вместе с препаратом, например, Кумир. Все это вместе смешали и опрыскали. Чтобы уменьшить нагрузку препаратов на растения, в приготовленный раствор можно добавить чайную ложку биоглобина. Биоглобин – это экологический, биологический и энергетический стимулятор роста растений, увеличивающий урожайность любых сельскохозяйственных культур на 50-100%. Вот гусеница сейчас листовертка, щитовочки уже вовсю свирепствуют, ну, клещи. Препарат липидоцид. Он довольно-таки не токсичный для человека, но активно участвует в уничтожении вредителей. И вот туда же, как всегда, добавляем препарат Люфокс. И таким образом липидоцид и Люфокс на груши, яблони, можно даже и на розу. То есть остается у вас раствор с яблонь, пройдите окружающие какие-то кустарники, деревья и так далее. Ну, вот как раз о винограде. Значит, виноград, вы видите, подмерзал очень сильно. И поэтому, видите, в каком состоянии листик. То есть клещ есть. Потому что растение ослаблено. На ослабленное растение идут и вредители, и болезни. А от вредителей я все-таки вношу препарат Теовид Джет. Теовид Джет – фунгицид и акарицид для защиты овощных, плодовых, цветочных культур и виноградников от настоящей мучнистой росы, некоторых других болезней и клещей. Действующее вещество – идеальная препаративная форма серы, обеспечивающая высокую биологическую эффективность. То есть вот эти все препараты, что показываю, они взаимозаменяемые, работают на всем. Но на винограде особенно сейчас важно применить Теовиджет. И обязательно для восстановления вот именно равновесия белкового листвы и побегов добавляем Теовиджет 1 столовую ложечку биоглобина. Вот этот пакет рассчитан до 10 литров. Но поскольку жарко, все-таки на 8 литров надо все делать. И когда вы сделаете это вместе с биоглобином, получится хорошо. Ну, а теперь опять в холодочек, пока полакомимся ягодками. И вот что значит капельное орошение. Сладость уже появилась. А когда была жара, сладости не было. Многие из вас просили у меня, как все-таки обращаться с глоксинией. Вот, вы видите, эту глоксинию я пересаживал, ну, на недельку раньше. Она уже подросла. То есть, когда мы переваливаем глоксинию, вот такую маленькую, садим сюда, она в горшочке сразу чувствует свободу и начинает разрастаться. А в чем секреты выращивания глоксинии? Чтобы она была здоровенькой, не болела, мы выращиваем ее не с луковицы, а выращиваем ее из семян. Семена сеем в январе, за 5 месяцев вот она такая. На 8-9 месяце она уже цветет. И самое главное, ее заставить спать. Цветет цветочек, и отцветает. И мы видим, когда нижние листики у глоксинии начинают желтеть, это значит, глоксиния хочет засыпать. И вот тут-то надо сделать 3 важных момента. Первое, ее надо меньше поливать, уменьшить количество подкормок. И второе, перенести из более светлого места в более темное. И температурка должна быть не больше 16-18 градусов. То есть она как бы почувствует зиму. Если она все-таки у вас не заснула, если у вас она в феврале будет вот такая длинненькая верхушечка, то вы срежьте верхушечку и оставьте 2 вот таких настоящих листика, и она по новой вот у вас зацветет. То есть если вы это не сделаете, сама луковица не нарастет, она будет маленькая. Если вы ее положите спать, глоксиния у вас проснется и опять будет пышная и большая, и луковица будет с каждым годом увеличиваться.
Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я хотел бы рассказать вам про систему капельного орошения наших посадок. Капельное орошение – метод полива, при котором вода подается непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений. При таком методе полива происходит значительное снижение трудозатрат садовода и полив в то время суток, когда это полезно для растений, а не когда есть время у хозяина участка. Равномерный полив посаженных нами растений, а не сорняков. Экономия воды. Капельное орошение также дает другие преимущества. Более ранний урожай, предотвращение эрозии почвы, уменьшение вероятности распространения болезней и сорняков. Система капельного полива устроена очень просто. От главного податчика воды, это будет река, бак или скважина земельная, идет главная магистраль водная. В нашем случае это обычный шланг, резиновый шланг 3 четверти дюйма. Берем дешевый шланг, разбрасываем его вдоль рядов. К этому шлангу присоединяем кран, соединитель с краном. Каким образом соединяем? Берем нож или специальный дырокол. Делаем небольшое отверстие в самом шланге. В него монтируется кран. Кран с поджимом. Особая структура крана дает ему возможность закрепиться в магистрали. Вот. Монтируется он не очень сложно. И поджимчиком зажимаем краник для того, чтобы вода не сочилась с отверстия исходящего. Так? Для чего нужен кран? Чтобы мы могли спокойно перекрывать ленту в случае, если нам не нужно орошать какой-то участок. К этому крану присоединяется лента. Лента обычная, отрезается ножницами. Вот как она соединяется, это вот таким образом. Одеваем ленточку, зажимаем ее. Все, система готова. У нас орошается от ленты на расстоянии 60 сантиметров. Происходит промокание. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Я хотел бы показать, как капельное орошение может быть применено на разных культурах. Вот справа от меня салаты, зелень, которую мы кушаем каждое утро, получаем витаминки и будем здоровы и красивы. Салаты чувствуют себя великолепно, хотя почва песчаная. Слева картофель, который высажен на 2 недели позже, нежели у соседей. Но мы видим, что он уже догнал соседскую картофель, которая высажена на 2 недели раньше. Это великолепная эффективность капельного. Перейдем дальше, к томатам. Здесь мы видим посадки томатов в закрытом грунте. Хочу показать, как это делается по-простому. Вдоль теплицы пущена магистраль, шланг обычный резиновый. В него вмонтирован кран. И от крана идут вдоль рядов капельные ленты. Мы рассчитали, что промокание между лентами было равномерное, и водичка потихоньку льется. Ориентировочно на 100 метров капли до 500 литров водовылив в час. Нужно, чтобы промокала земля хотя бы 3 часика, 3-4 часика. Если давление низкое в системе, то тогда можно и 5, и 6 часов промокания выдержать. Вот стандартный узел внесения удобрений в систему капельного орошения. Вот эта часть опускается в 20-литровую или 50-литровую емкость с наколоченным удобрением. Вот эта часть монтируется в начале системы рядом с фильтром. Рекомендуется использовать фильтра там, где вода идет неочищенная. Если вода идет с центральной системы водной, в принципе, использование фильтра не обязательно. Вот такой вот узел монтируется в начале системы и подает удобрение прямо в общую систему. Одна часть забирает воду из приемника, а вторая часть из бочки подбирает удобрение и ведет на подкормочку. Можно регулировать скорость подачи. Вот здесь вот такой регулятор удобный. У нас сразу все будет готово и пролито от вредителей, если мы захотим, таким же методом через этот узелок. И подкормлено, и сразу же идет увлажнение. Без потери времени на ручную работу. Вот что самое уникальное. Мы не теряем время на дополнительные работы по участку, а берем только максимальный урожай и великолепные вкусовые качества. Мы помним из прошлых передач, какие работы проводились по огурцу. Это была и подкормочка, и подвязка. Сейчас практически хочу показать, какой эффект дает капельное орошение при применении на огурце. То есть мы видим магистраль,
и видим ленты капельного, разбросанные меж рядов. Расстояние между лентами капельного орошения – это где-то до полуметра. Это идеальное расстояние, потому что от одной ленты. Промокание происходит от 40 до 60 сантиметров в ширину и до 25 сантиметров в глубину. Мы можем рассчитать, что между двумя лентами идеально будет 50-60 сантиметров расстояния, и тогда вся земля будет равномерно увлажняться. Вот. Как себя чувствует огурец? Огурец чувствует великолепно. Большое количество завязи. Одним из преимуществ систем капельного орошения также является более ранняя продукция. Если равномерно вносить удобрения под систему капельного полива, мы сможем получить также великолепные вкусовые качества продукта и хранение. Вот я сейчас нашел время подойти к огурцам. Ну, видите, как стремительно пошло лето. Не успеваем за ними. Растут очень быстро. Подкормки у нас сейчас. Поскольку мы его, видите, как разогнали. Вот эта половина, она подкармливалась с участием азотофита. Биокомплексы сюда давались. И биоглобин. Вы видите, как они рванули, вот эти растения. Той стороны давала только биоглобин. Ну, они догоняют, но эти как бы вперед пошли. Тут и плоды там такие вот. Что сейчас особо важно запомнить? От болезней применяем. Если клещ вошел, сухая у вас там территория, то Тевиджет применяем. Тевиджет, который на винограде применяем, то можно и на огурцах от клеща и от мучнистой росы. Ну, у нас здесь они здоровенькие. Я пока применяю только Привикур. Но пока болезней нет, у нас чисто экологический продукт. Мы, помните, вначале использовали живильную силу. Это бактериальное удобрение, которое было переферментировано. Ну, навоз крупного рогатого скота. Вы видите, какой эффект на песке. То есть база есть, органика. Органику применяли сейчас, биоглобин и азотофит. Вот результат. Но беда другая. Органика дает быстрый рост стеблей. Вы посмотрите, в огурца надо до пятого листа. Мы убираем вот из пазухи листа огурчики, выбрасываем пасынки, как на помидорах. Нам надо оставить один лист, один огурец. То есть все выбрасываем, пасынок, и оставляем над шестым листом один лист, один огурец. Над седьмым листиком мы оставляем два листа, два огурца. А над восьмым листом вот мы оставляем раз, два, три листа и три огурца. И вот уже с восьмого листа идет пасынок, четвертый там или третий. Я начинаю его подвязывать. Получается, у нас центральный стебель, мы его подкручиваем все время. Все время убираем усы. Усы забирают у плодов силу. Убираем усы и хорошенько подкручиваем. Те побеги, вот, которые уже ну, с 8, 9, 10 листа, можно и подвязать. Ну, если вот нету запасной веревочки у вас, вот побег, он идет, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, над седьмым листом, то я бы сделал так. Я взял бы его, прищипнул, он до земли достает, вот так, чтобы он не доставал до земли, вот так прищипнул. И у меня будет тут порядка 3-4 огурчиков, хватит. Вот вкратце то, что я хотел рассказать об огурчиках. Ну, сейчас посмотрим, какие у нас огурчики выросли. Вот, пожалуйста, это огурчик щедрик. Ну, возьмем сейчас один огурчик. Вот, и вот еще. Это огурчик гунар. Вот они похожи. Щедрик такой, а гунар уже, видите, обогнал его по росту. Ну, давайте так, если... Аромат, конечно, замечательный. Ну вот, разрезаю. Ну, семенной камеры, практически семян нет. Также огурчик крупный. Ну, вес у него 120 грамм. Сладкий. Вот что значит органический продукт. Извините, ничего, что я так кушаю и оператора не приглашаю. Вот вы после этого, как типа, снимете, будем дегустировать. Вот здесь интересно, это щедрик. Они, видимо, разные по вкусу. Угу. Да, щедрик больше, на мой взгляд, в засолку. А вот гунар, и он и туда, и сюда. То есть и клубника первая желанная, и огурцы первые желанные. Вот для этого мы делаем защищенный грунт. Вот для этого мы с вами делаем, чтобы сюда не попали грязные дожди. Вот здесь мы для себя сделали экологический эксперимент. А я для своей души это делал. И хочу, чтобы вы
что это делали для радости души. И чтобы вот эта вот энергетика, вот этот вот прекрасный вкус, чтобы оно давало вам вдохновение и здоровье. И вот на этом хорошем настроении я говорю вам до свидания. Жду ваших вопросов и желаю вам всего самого-самого доброго.